Проверив часы и термометры по всему миру, мы можем с уверенностью сказать, что в этом году весна явно запаздывает. Как известно, время летит быстрее, когда мы заняты чем-то интересным. Поэтому, дабы скоротать дни ожидания, предлагаем развлечь себя свежими новостями из миров шоу-бизнеса, кинематографа и искусства. Вы смотрите программу «Арт Навигатор». Меня зовут Анна Ельникова. Всем отличного настроения. В Голливуде, как и на фондовой бирже, нет выходных и перерывов на обед, поскольку финансовые потоки находятся в постоянном движении. Единственный повод нажать на паузу и просчитать ситуацию – это завершение очередного уикенда. Проанализируем состояние на рынке ценных киноработ, обозначив лидеров американского проката. Замыкает тройку лидеров все та же непрекращающаяся битва за Лос-Анджелес. Инопланетная тема нынче особо популярна. Создатели кинокартин все как один желают, чтобы человечество погибло или от какого-либо внеземного вируса, или от банального инопланетного вторжения. Примечательно, что инопланетный разум уже в который раз выбирает для вторжения именно территорию Соединенных Штатов. Единственное, чем битва за Лос-Анджелес качественно отличается от своих предшественников, так это тем, что американскую армию в этом фильме выставили настоящими клоунами. Если во всех других лентах бравые сухопутные и воздушные войска дружно громили захватчиков, то на сей раз показана их полнейшая профнепригодность. Сюжет фильма совсем не замысловатый, так как крутится вокруг одного героя в исполнении Айрона Экхарта. Однако стоит отдать должное создателям, которые за 70 миллионов долларов бюджета умудрились смастерить динамичный красочный экшен, который абсолютно не дает соскучиться, а в определенных моментах захватывает дух и даже повергает в ужас. В ходе очередного набега инопланетный экшен унес с собой 14,5 миллионов долларов. Третье место. Удерживает свои позиции непревзойденный Ранго, который вновь оказался на втором месте. Главная прелесть этого фильма не в самом сюжете, а скорее в его нестандартном изложении. Такого богатейшего собрания фриков зритель, наверное, не видел никогда и нигде. Впечатляющего набора ярких персонажей, характеров и образов хватило бы на 3 полноценных мультфильма. Стоит отметить и факт наличия грамотно организованных диалогов, заставляющих действительно задуматься о тех вопросах, которые затрагиваются в картине. Лента не похожа на большинство фильмов аналогичного формата, создатели которых пытаются ограничиться какими-то высшими моральными ценностями, которые надо вдолбить в голову юному зрителю, и при этом попытаться слепить из всего этого внятный сюжет. Анимация Ранго выгодно выделяется из множества схожих с ней по жанру действительно смешным философским юмором. Благодаря этому абсолютно каждый без особых усилий найдет в ленте причину, чтобы ее посмотреть. На самом деле данный мультфильм, наверное, первый после истории игрушек, который заслуживает внимания всей вашей семьи. Благодаря своей неиссякаемой харизме Ранго заработал еще 15 миллионов долларов. И второе место. Возглавила троицу победителей лента о современной утопии «Область тьмы» — экранизация одноименной книги Алана Глина. Перед нами кино не только интересное, но и вполне нестандартное. Сюжет держит зрителя прикованным к экрану на протяжении всего фильма, давая ему все шансы попасть на полку любимых. Лента насыщена бешеной энергетикой, великолепной игрой актеров, качественной картинкой, превосходными визуальными эффектами и, как следствие, отличной атмосферой. Более того, в ней есть смысл, что само по себе редкость для сегодняшнего кино. А то, что смысл неоднозначный, так вообще ставит ее в ряд уникальных картин. Порадовал своей игрой Брэдли Купер, который на глазах зрителей расширил свой актерский диапазон, перейдя от комедии к драме. Без сомнения, на сегодняшний момент это его лучшая роль. Всем было интересно, как режиссер Нил Бергер сумеет передать мир глазами сверхчеловека. А сделан это просто и со вкусом, играя с цветовой гаммой картинки и линзами. Учитывая скромный бюджет ленты, всего 26 миллионов долларов, фильм не пестрит спецэффектами, что и к лучшему. И пусть картину нельзя отнести к категории остросюжетных триллеров, после которых стоит неделями переваривать увиденное, лента послужит отличным развлечением и вместе с тем заставит многое переосмыслить. На прошедших выходных «Область тьмы» поработила 19 миллионов долларов. Первое место. What would you do?
Совсем скоро пройдет финальный период борьбы нескольких царств за объединение Поднебесной в продолжении знаменитого франчайза «Династии воинов», часть 7. Эпоха троевластия в Китае опять выступает в качестве фона для гигантских сражений. Среди участников как знакомые династии Вэй, У и Шу, так и новоприбывшие – царство Цзин, укомплектованное сплошь новыми героями. Одиночная кампания игрушки пополнится как минимум одним новым режимом под названием «Хроники». В нем вы сможете свободно путешествовать по Китаю и самостоятельно определять судьбу своего персонажа. Продвижение вашего героя зависит от мечей, копий, кинжалов и других режущих-колющих предметов, с помощью которых вам предстоит сокрушать огромные армии. Арсенал насчитывает порядка 360 единиц оружия. Плюс добавились воздушные комбо и уникальные муса-атаки, энергия для исполнения которых накапливается по мере боя. Феодальные разборки различных китайских династий начнутся 29 марта, день релиза игрушки. Обратите внимание на уникальную книгу «Биографию великого писателя Льва Николаевича Толстого» в авторстве известного писателя и журналиста Павла Басинского «Бегство из рая». Эта книга раскрывает тайну события, произошедшего более 100 лет назад в Ясной Поляне и потрясшего весь мир. 82-летний писатель, граф Толстой, ночью тайно бежал из своего дома в неизвестном направлении. С тех пор обстоятельства ухода и смерти великого старца породило множество мифов и легенд. Павел Басинский на основании строго документального материала, в том числе архивного, предлагает не свою версию этого события, а его живую реконструкцию. Шаг за шагом мы можем проследить всю жизнь и уход Льва Толстого, разобраться в причинах его семейной драмы и тайнах подписания им духовного завещания. Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архива музея-усадьбы Ясная Поляна и Государственного музея Толстого. В прошлом году за эту книгу Басинский был удостоен национальной литературной премии «Большая книга». Представляем сенсацию мирового книжного рынка на русском языке. Бестселлер Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона». 40 лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя стареющему промышленному магнату. И вот он предпринимает последнюю в своей жизни попытку ее найти, не предполагая, что расследование приведет его в сущий ад среди идиллически мирного городка. Эта первая книга легендарной трилогии вызвала в свое время бурю восторженных отзывов и была признана лучшим детективным триллером 2008 года. Стиг Ларсон – новая звезда на небосклоне европейской литературы, талантливый шведский писатель и журналист. Стал феноменально популярным благодаря своей трилогии «Миллениум», открывшей для читателя всего мира не только новый формат современной качественной прозы, но и многие злободневные проблемы общества на примере современной Швеции. Живая энергия творчества не терпит чужеродных вмешательств. Если вдруг на вашем пути возник громоздкий булыжник серости, то, подобно горному ручью, элегантно проскользив по преграде, продолжите свой путь. Используйте силу противника не для торможения, а для ускорения собственных скоростей. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. До следующей встречи на канале RTVI. Счастливо!